39 тюменских некоммерческих организаций стали победителями конкурса президентских грантов. На реализацию своих проектов они получат более 53 миллионов рублей. В прошлом году Тюменская область вошла в десятку регионов по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций и стала пилотной площадкой для апробации проекта закона о социальном заказе. Более того, на базе инвест-агентства открылась школа для бизнесменов, желающих реализовывать общественно значимые проекты. Я много лет говорил о том, что одними усилиями власти нельзя принципиально изменить жизнь к лучшему, что необходимо сотрудничество, соработничество власти и общества. И дело, наконец, пошло. Многие организации третьего сектора стали по-настоящему социально ориентированными.